Добрый день, меня зовут Иннокентий Пан. Я сотрудник компании Canon и расскажу вам о двух наших новых камерах зеркальных, которые мы представили в прессе буквально сегодня. Первая камера – это EOS 700D, это камера, которая пришла на смену EOS 650D. У нее 18 мегапикселей. Эта камера умеет снимать видео. Теперь это видео в формате Full HD и 30 кадров в секунду. 650D было 25 кадров в секунду. У нее немножко изменился корпус, но главным образом это коснулось качества материалов отделки. У нее качество билда гораздо выше, чем у ее предшественницы. Также камера комплектуется новым объективом. Этот объектив специально оптимизирован для съемки видео. Называется он 1855 STM. STM – это шаговый двигатель, который позволяет камере плавно наводиться на резкость или, наоборот, делать размытие фона, если это необходимо по творческой задумке оператора. Ну и самая главная новинка – это EOS 100D. Очень маленькая, самая маленькая камера, зеркальная камера, которая меньше некоторых беззеркальных камер. Но это полноценная зеркальная камера, у которой, как вы видите, есть все органы управления. Есть также тачскрин. Как у 700D, у этой камеры есть фазовая автофокусировка на датчике изображения, но в этой камере она уже второго поколения, что позволяет камере быстрее, точнее наводиться на резкость. В том числе у этой камеры работает автофокус и в режиме видеосъемки. Камера настолько маленькая, что она меньше некоторых беззеркальных камер. Спасибо.